На севере Италии перевернулся автобус с украинскими беженцами. Как сообщило государственное радио Италии, погиб по меньшей мере один человек, женщина. Несколько пострадали. Всего в салоне транспортного средства находилось около 50 пассажиров. ДТП произошло недалеко от города Форли в регионе Эмилия-Романья. К месту аварии прибыли спасатели. Куда направлялся автобус, неизвестно. От войны на Украине в Италию бежали порядка 35 тысяч человек. Регион Эмилия-Романья уже принял 7 тысяч украинских беженцев.